Почти 5000 случаев ОРВИ выявили в Северном Казахстане с начала эпидсезона, то есть с 1 октября. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Они в статистике ОРВИ занимают 71%. Курсирует в регионе и вирус гриппа. Уже 19 заболевших. Все непривитые. Санврачи напоминают, самая эффективная защита от вируса – вакцинация. На сегодняшний день привито 47 639 лиц. Охвачено 9 183 школьника, 8 131 медработник, 390 беременных, 1864 сотрудника опекаемых детских домов, домов ребенка, домов престарелых, 21 216 лиц с хроническими заболеваниями и 6 846 лиц по эпидемиологическим показаниям. Вакцинация проводится трехвалентной вакциной «Гриппол плюс» российского производства, которая защищает от гриппа типа А и Б. Но и помимо прививки нельзя забывать о простых правилах. Необходимо правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, так как вирус гриппа у нас передается не только воздушно-капельным путем, но и также через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз и рта. Санврачи советуют повышать иммунитет всеми доступными способами. Это закаливание, соблюдение режима работы и отдыха, достаточный сон, полноценное питание, содержание микроэлементов и витаминов, особенно С. Айгерим Хамзина, Ренат Шамшудинов, МТРК.